В Самаре стартовал фестиваль «Волжские театральные сезоны». В течение недели на всех площадках города зрители увидят лучшие постановки из 10 регионов страны. Победители определят в 11 номинациях, плюс гран-при губернатора области. Культурную программу изучила Дарья Болгова. В Самарском оперном на открытии фестиваля «Аншлаг» под занавес театрального сезона на сценах театров города разыгрывается новая интрига межрегионального масштаба. В следующие 6 дней определят лучшую постановку и лучшую театральную труппу страны. Объединяет и географически всю страну. Этот фестиваль собрал театры от Новосибирска до Петербурга. Все жанры, и опера, и балеты, и кукольное искусство. И драматическое, естественно. Фестиваль разножанровой классики проходит раз в 2 года. Программу определяет специальная комиссия, она же жюри фестиваля. Достойных побороться за звание лучших отбирали в течение года. Хороший спектакль, это всегда стоит во главе угла. Если я вижу в каком-то городе спектакль и понимаю, что это очень важно, чтобы вы посмотрели в других городах, потому что он очень хороший, он очень современный. Вот это для меня и есть выбор. Среди номинаций, за которые предстоит побороться участникам, приз за лучший спектакль, лучшую режиссерскую работу, сценографию, лучшую женскую и мужскую роли. Не упустят из вида музыкальное оформление и работа костюмеров. Здесь сейчас собрались 15 ведущих театров из 10 регионов России. Это будут как бы самые наилучшие трактовки вот классиков драматургии, показанные нашему зрителю. Мы рады тому, что наш зритель имеет такую возможность. Мы всегда стремимся, Министерство культуры, Владимир Александрович, потому что наш зритель увидел все самое лучшее, самое передовое. Право открыть фестиваль получила постановка Самарского театра оперы и балета «Аида». Впереди зрителей ждет «Кукольный повелитель мух», «Карлик нос» и «Король лир», балет «Корсар» и «Сильфида», а также драма и комедии. На эту неделю Самара стала театральной столицей страны. Дарья Болгова, Виктор Соколов, «Новости губернии».